Сейчас их главная задача — пройти все снаряды без травм. Участницы Кубка России по спортивной гимнастике завершили борьбу за медали в личном многоборье. Для нескольких гимнасток эти соревнования особенно ответственны. От выступлений, которые они продемонстрируют, зависит развитие их спортивной карьеры. Девушки борются за путевку на Лондонскую Олимпиаду. Претенденты — это в первую очередь Комова, Мустафина. Это, в общем-то, главное, чтобы не было травм. Вот они, в общем-то, как бы свое место уже заняли, а все остальные должны доказывать. В целом борьба закончилась так, как и ожидали специалисты. Виктория Комова завоевала первое место, выиграв у Алии Мустафиной более 1,5 балла. На очереди соревнования в отдельных видах. Спортсменкам еще предстоит выступить в опорном прыжке и на брусьях, а в заключительный день выполнить вольные упражнения и пройти бревно. Контрольная тренировка у девушек через 2 недели после окончания соревнований. На ней будут объявлены имена всех гимнастов, вошедших в сборную России.